Дары Камчатки снова в Рязани. Выставка продажи икра «Рыба Камчатская» вновь расположилась у торгового центра «Премьер» и готова порадовать рязанцев вкусными рыбными деликатесами. Чарующий аромат и богатый ассортимент камчатского улова. Чевыча, нерка, палтус, омуль и белорыбица. Все эти дары Камчатки рязанцы любят за неповторимый вкус и свежесть. Как говорится, здесь на выставке продажи представлена продукция для настоящих гурманов. Я белорыбицу купила. Я первый раз. Покупаю первый раз здесь. Наверное, приду немножко еще куплю. Купила нерку холодного копчения. Ионическую морскую. Первый раз здесь покупаете? Нет. А как вам вообще рыба? Нравится? Нормально. Хорошая. Любую ем. Вот. И в холодном копчении горячего покупаю. Как говорят покупатели, они с нетерпением ждут приезда мобильной ярмарки и всегда следят за рекламой. Ведь выставка продажи икра и рыба камчатская в нашем городе пользуется просто бешеным спросом. И купив здесь рыбу или икру, хочется возвращаться вновь. По телевизору увидела рекламу и решила рыбку купить. Красное чавычу, филе хочу взять и икру. Очень вкусные, хорошие, свежайшие. Я советую всем купить. Я брала белорыбицу, палтус и чавычу. Камчатский край невероятно богат на рыбу. Природа в своем первозданном виде. Огромное количество озер и рек делают этот край невероятно привлекательным для рыбаков. А весь улов – это экологически чистая продукция, уверяют продавцы. Купила белорыбицу и чавычу. Бабушка очень захотела. Я вообще люблю красную. А этот заказ был для бабушки. Выставка продажи икра и рыба камчатская расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она проработает до 2 апреля включительно. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».